наверху перетирает всю лестницу и весь пол, а мы рисуем двери. Тоже вот эти высокие двери будут такой серенький цвет. Это первый раз. Ну, я перейду сюда, чтобы не было слышно. Закатали. То есть, ребята, вот если взять по сравнению с этой, со спрей-машиной. Короче, нужен для закатки очень хороший валик и мастерство. Ну и помощник, обязательно, ребята, помощник, потому что вот здесь, видите, мы даже не клеим никакие скотчи, ничего. Кисточка корона, обвел и сразу же закатал. Потому что если ты обвел от кисточки, потом кисточка высыхает и нету, как это сказать, сплошной структуры. Вот. А так все четко. Вот здесь, кстати, тоже мы кисточкой вводим, потому что если дуть спрей-машиной, если ты вот так дуешь, оно, краска, блин, ну не цепляется. Я пробовал на одних дверях, мне пришлось дуть вот так под углом, а потом так. И представляете, нет уже вот такого факела, что ты только в эту ущелину задуваешь. А, блин, оно и сюда, и потом выходит не то. Вообще выходит фигня. Ты начинаешь, сразу надо дуть, и от конца до начала, и с этой стороны, если дуешь, то надо так дуть, чтобы на это второй слой, чтобы не было потеков. Короче, я пробовал, сложнейшая работа, именно вот такие двери. Они, блин, нам боком выходят. Ну, а если валиком и кисточкой, супер. Супер, ребята. Даже вот так на просвет поставлю, чтобы было видно. Макросъемку не буду снимать, потому что кто знает, кто видел мою работу, то проблем нету. И, кстати, это первый раз, я только... Второй раз она вообще идеально будет. Двери были загрунтованы грунтовкой для дерева. И два раза покрашена краской Advance. На первый слой мы даем чуть-чуть воды, там, блин, грамм 50 для водки кисточкой и этого. Или кондиционера даем. У меня его здесь нет, у меня дома он. Без разницы, ребята. Кондиционер, и это, и вода, ну, почти то же самое, если на водной основе. Кондиционер, конечно, лучше, но, блин, дороже, там выходит 4 литра, это ж... Почти $30 кондиционер. Вот такая Advance. Перл. Все, погнали. А, какая ролька. Ролечка пятерочка. С такой тоненькой фиброй. Вообще, ну, класс. Я, это спешл рольки. Они продаются в пару магазинах. Пару магазинов, которые для пейнтерства. Все, в стройматериалах, где-то там они не продаются. Это для декоративных работ. Значит, вот так. Вот такой объект. Сделали все фреймы на это, на финиш. Ну, что сказать. Вот, ребята. Вот эта кисточка. Вот так. Чуть-чуть с этой стороны видно структуру дерева. Потому что вот это MDF нифига не видно, это классно. А где вот дерево, вот чуть-чуть видно. Видно, как он, его резали и так дальше. Его же не шлифуют. Его как бы привозят и все, и здесь ставят. То есть, если бы на фабрике его подготавливали, шлифовали как классно, то было бы все окей. Все, погнал я зарисовывать. Всем спасибо за просмотр, всем всего хорошего, ребята, спрашивайте.